Всех поздравляю с великим праздником, с Днем Победы. Спасибо им, они спасли нашу жизнь и отдали свою жизнь ради нас. К вам обращается Абдулов Иван Акимович. Поздравляю вас, желаю вам крепкого здоровья, берегите своих детей, самого поколения, молодежи, поколение ваше, должны беречь и должны дальше, а мы уже, как говорится, деды. Всех казахстанцев с Днем Победы! Желаю всем крепкого здоровья! Поздравляю с Днем Победы 9 мая весь наш Казахстан и также президента Токаева, которые об нас так заботятся и создали такие условия хорошие для жизни, чтобы очень я доволен, очень. И желаю всем также здоровья, успеха и счастья всему казахскому народу в Казахстане. Дорогие казахстанцы! Поздравляю вас с великим праздником, 75-летие Победы. Дай Бог, чтобы всем вам жилось прекрасно, красиво, с миром на земле.